Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня в гостях у Центральной городской библиотеки имени Ломоносова поэт, автор-исполнитель, член Союза писателей России Марина Зарубина. Марина Анатольевна расскажет о том, как она стала писать детские стихи, о чем они и каким, по ее мнению, должен быть детский поэт. Детские стихи пришли ко мне вместе с детьми, когда я стала мамой. Часто я пишу о севере, я пишу об этом мире и о маленьком человеке, который растет или почти вырос в этом мире. О том, что он для себя открывает, о его удивлениях, иногда огорчениях, о его чувствах. Детский писатель... Мне кажется, самое главное для детского поэта и писателя – это искренность. Дети, они сразу чувствуют, когда что-то не так, когда с ними говорят, как с маленькими. И вот умение быть искренним, правдивым – это самое важное.